Всем привет! Сегодня мы в самом центре Перми отмечаем десятилетие клуба «Снегозавры». Это очень классные парни на драйве, на снегоходах или еще на чем-нибудь. Это не важно. Самое главное, что мы в этом интервью поздравляем наш любимый клуб, но задача такая – не повторяться и всего лишь одним словом. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Нужно поздравить свой клуб, любимый, с праздником, но условие такое, одним словом. Меня зовут Роман. Что вы говорите? Я поздравляю наш клуб с классным праздником, с юбилеем. Забудем об этом. Одним словом тут не обойтись, потому что 10 лет прошло, ну как минимум надо 10 слов. Маловато будет. Я очень рад, что с каждым годом все больше и больше компания собирается и дружит все сильнее и сильнее. No, я первый раз на общем этом всем сходнике, мне очень приятно видеть много вживую усталки. Но это еще начало. Все, кино не будет. Ром, ну, давай все-таки попробуем. Вот давай. Одним словом, самым главным, на твой взгляд. Вот одно слово, какое-то пожелание. Здоровья всем. Наконец-то дождались. Итак, это Виталий, он очень крутой мужчина. Я мужчина хоть куда, в полном развитии. Практически в одного тут все организовал еще с бандой товарищей. За чей счет этот банкет? Кто оплачивает? Поэтому ему можно не представляться, он красиво кивает. Кстати, умеет, да. Такая задача. Надо постараться одним словом как-то поздравить свой родной клуб. Не старейте, не умирайте, живите вечно. Одно слово. А, одним словом. Ну что тут непонятного? Молодец, быстро сообразил. Живите. И на том спасибо. Прекрасное слово, отлично, спасибо большое. Так, да, мы продолжаем наш репортаж. Как зовут? Сергей. Очень приятно, Сергей. Нужно поздравить свой родной любимый клуб с десятилетием, но одним словом постараться. Мощное. Охуеть. Вот человек сразу сообразил. Александр. О, это очень хорошее имя. У меня тоже Александр. Как можно одним словом поздравить твой любимый клуб «Снегозавры»? Одним словом? Ну, начинается. У нас же юбилей. Ты что, прикалываешься? Ну, значит, с юбилеем, чуваки. Это получилось три уже. Ну, это не одним словом просто не описать. Нет. Надо, Федя. Надо. Ну, давай выберем самое главное, одно слово. Наверное, супер. Знакомимся. Меня Саша зовут. Сергей. Сережа, очень приятно. Взаимно. Задача такая. Поздравить любимых снегозавров одним словом. 350 очков. Буква... Но и буквы нет. Чат молчишь. Мощные парни, поздравляю всех. С праздником. Только одно. Больше сказал, да, получается? Башкаин, мой бошка, ты фурычит, блядь! Ну ладно. Поздравляю. Ну хорошо. Ну хорошо. Потом покажем. Сегодня же. Впрочем, это уже совсем другая история. Погоди, что надо делать? Потом вас тоже позовем. Сначала предупреди меня, что надо делать. Какой хитрый человек. У меня следующий гость, которого зовут... Константин. Это Костя, да. Костя, задача такая. Нужно поздравить снегозавров одним словом. Долголетие. Прекрасный тост. Нам нужно поздравить с десятилетием любимых снегозавров. Но задача одним словом. Красавцы. Это шедевр! У меня здесь мужчина с красивым именем Алексей. Леша! Где Леша-то, блядь? Леша, ты здесь? Задача такая. Поздравить любимый клуб с десятилетием, но одним словом. Одним словом? Поздравляю. Нет. Одно слово. Уже было. Надо, чтобы не повторялось. Ценю, люблю, уважаю. Твою мать! Какой вот из них самое главное? Ценю. Во. Итак, продолжаем. Меня зовут Саша, вас? Сергей. Счастье. Замечательно. Поразительно. Гениально. Костя, нужно поздравить снегозавров
с десятилетием одним словом? Надо газовать по полной. Пыль, брызги, адреналин, яркое солнце, теплый ветер. Это все, что нас связывает. Если ты есть Бог, сука, помоги! Я заебался! Это очень смешно. Да. А давайте сейчас попробуем одним словом. Одним? Одним очень тяжело. Если вы откажетесь, они вас зарежут. Поздравить такую всеобъемлющую группу, которая занимается всем. Лёшка, конечно, у нас бестолковый. Ну, не знаю, чем. Ну и пожалуйста, блядь, ну и пожалуйста, пизду, ну нахуя мне это нужно? Адреналин? Да! Так, да не, нормально. Должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Это Степан, очень имя хорошее. Степан, мы снимаем интервью, где участники поздравляют снегозавров с десятилетием одним словом. Навсегда. Молодец, сыночек. Трехочковый. Степан, очень сообразительный молодой человек, спасибо. Снегозавр, сила. Мальчик. Мальчик, иди в жопу отсюда. Красавчики. Молодец. Спасибо, Сережа. Давай, не безобразничай. Итак, это Слава, классная рубашка. Нужно поздравить клуб одним словом. Ура! А что, так можно было, что ли? Идеально. Самое короткое выступление, спасибо. Анатолий, задача такая. Нужно поздравить снегозавров одним словом. Вперед! Нет, это Спарта! А вы не видели летом на воде еще на снегоходе? Ну ты даешь! На, по воде жил? Да. С праздником. Это два слова. Да. С. Алексей, очень серьезный мужчина, сразу видно, статусный. Приехал на самокате, наверное, очень дорогом. Алексей, наша задача поздравить сейчас клуб «Снегозавры» с юбилеем одним словом. Одним словом. Всем снега. Это самое главное. Всем снега. Это много слов. Пухлого. Пухлого. Виталий, нужно поздравить снегозавров с десятилетием одним словом. Молчишь. Так не получится. Одним словом не получится. Никогда такого не было. И вот опять, да? Будьте прекрасным. Ладно. И так сойдет. Пожелания в виде определения энергичные. Минут 10-15. Минут 5-10 5-го. 4-5. Какой зануда. Слушай, ты какое задание поставил? Самые энергичные, самые. Вот. Мне долго говорит? Тормози! Все, он спит уже. Все, пока. Это Андрей, и прямо сейчас он поздравит клуб «Снегозавры» одним словом. Привет, пацаны, привет, снегоходчики, привет, снегозавры. Турист, пацан к успеху шел, не получилось, не фартовало. Респекта, уважение, и самое главное, чтобы у всех было здоровье, еще 10 лет будем отмечать. Но... Заебись, четко. Получается четко. У вас, действительно. Снегозавры, тоже, да? Кстати, а снегозавров не было.